Правительство края сформировано. Сегодня у министров и заместителей губернатора первый рабочий день. Виктор Томенко уже на две трети озвучил состав нового правительства. Возглавлять три направления жизнедеятельности края он поручил своим бывшим коллегам из Красноярска. Заместителями председателя правительства назначен Иван Кибардин, он будет отвечать за имущественные вопросы. Игорь Степаненко – новый куратор гражданской обороны. Еще одним новым алтайским чиновником стал Александр Климин, он же новый министр промышленности и энергетики. В состав правительства вошли также Елена Безрукова, она назначена министром культуры. Александр Чеботаев продолжит возглавлять Министерство сельского хозяйства. Владимир Попридухин – Министерство природных ресурсов и экологии. Владимир Притупов – Министерство финансов, Иван Гилев, Министерство строительства и ЖКХ. Министром транспорта это направление выведено отдельно, назначен Александр Дементьев. Павел Дитятев – министром экономического развития. Ирина Долгова, отвечавшая за сферу здравоохранения, теперь будет курировать социальные вопросы в качестве заместителя председателя правительства. Виталий Снесарь при правительстве назначен руководителем администрации губернатора. Александр Лукьянов потерял свой статус первого заместителя председателя правительства, и теперь он наравне со всеми. Управляющим делами губернатора и правительства назначен Андрей Степанов. Только официальная позиция на самом деле имеет значение. Разговоры о том, что кто-то понижен в статусе, кто-то потерял какое-то свое влияние, кто-то подтвердил свой статус, они некорректны.